Социально-культурная смена «Активный возраст» для пенсионеров и ветеранов города Десногорска посвящена 75-летию атомной промышленности. Проект стал победителем конкурса, организованным общественным советом «Росатома». На торжественном открытии смены со словами благодарности и поздравлениями к ветеранам атомной отрасли обратились почетные гости. Без вас, я скажу честно, муниципалитету было бы довольно-таки сложно, потому что вы задаете вектор движения вперед, мы смотрим на ваш опыт, принимаем его и стараемся вам помочь во всех ваших делах и начинаниях. Спасибо вам за эту неиссякаемую энергию, за вашу деятельность, общественную деятельность на благо нашего города. Каждый день для участников смены предусмотрены разноплановые мероприятия. Это занятия спортом на свежем воздухе, творческие задания, встречи со спикерами из разных сфер деятельности, с представителями органов власти. Главной же особенностью смены станет подведение итогов дня у вечернего костра, как во время пионерских отрядов. Эти серебряные волонтеры, они сегодня должны отдохнуть. Отдохнуть, набраться новых сил, новых идей, которые мы вместе с ними будем реализовывать в дальнейшем. Торжественное закрытие социально-культурной смены «Активный возраст» состоится 6 сентября. Однако уже сейчас все участники сошлись во мнении, что подобные мероприятия необходимо сделать традицией и проводить каждый год. Все это очень приятно для души. Я надеюсь, что мы здесь научимся чему-то новому в общественной работе. Очень хорошо отдохнем. И большое спасибо городу, большое спасибо станции и Росатому за вот такую организацию. Виталий Волков, Александр Ерофеев, Десна ТВ.